Новосибирские педагоги в преддверии нового учебного года обсудили вопросы модернизации муниципальной системы образования. Главная тема – переход на обучение в одну смену. Цена вопроса для Новосибирской области оценочно пока, а это минусовую пока столбу, даже убежден, 37-39 миллиардов рублей. Как можно при сегодняшнем бюджете развития, всего развития Новосибирской области в 6 миллиардов, 37 отдать за это направление и за 3-4 года перейти? Не бывает взрослой жизни сказок. Один из способов ускорить переход взаимодействия с городскими вузами высших учебных заведений в мегаполисе около 40. По мнению губернатора, именно создание старших классов на базе академии и институтов позволит разгрузить школьные аудитории. Добавлю, что особое внимание на конференции уделили развитию инженерных классов. Уже в этом году во многих школах протестируют новые программы.